обеспечение безопасности на дорогах. Что для этого необходимо сделать? Каковы основные проблемы в области безопасности дорожного движения на сегодняшний день? Какие задачи стоят перед госавтоинспекцией? Общая статистика аварийности по городу? В каких районах наблюдается рост дорожно-транспортного травматизма? Смотрите программу «Город С» на телеканале «Самара ГИС». Гости в студии: Сергей Шутраев, командир батальона 2-го полка ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Самаре, и Ирина Тарпанова, начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре.